Современный мир требует от человека универсальности. Особенно высокие требования к педагогам, так как будущее тесно связано со специалистами этой профессии. Учитель – это не только человек, который дает знания ученику, он прививает детям гражданские национальные ценности, культуру. В преемственности искусства и образования не отстают и жамбылские педагоги. В этом можно было убедиться в ходе творческого фестиваля «Талантливые учителя независимого Казахстана», ставший традиционным праздником среди всех педагогических коллективов. С 2001 года фестиваль проводится областным управлением образования и профсоюзов работников образования. В этом году состоялся 8-й областной фестиваль художественного творчества педагогических коллективов. Цель мероприятия, посвященного столетию создания Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования, науки и высшего образования, выявление талантливых работников сферы образования, занимающихся самодеятельным творчеством, раскрытие, поддержка их творческих возможностей. Цель фестиваля – эффективное использование досуга работников науки, образования, повышение их статуса. Мероприятие проходило целых 3 месяца. При том, что в нашем профсоюзе имеется более 800 первичных организаций и 65 членов профсоюзов, приняли участие в данном фестивале более 37 тысяч работников сферы образования. На отборочном этапе, где выступали учителя всех районов области и подведомственные областному управлению образования учреждения, преподаватели и сотрудники вузов, в целом около 30 тысяч педагогов и работников сферы образования, что доказало массовый характер фестиваля. Из них около 500 учителей и педагогических коллективов получили возможность выступить на гала-концерте. Сегодняшнее мероприятие доказало, что наши преподаватели наряду с профессиональными качествами обладают и различными творческими навыками. Они исполнили народные песни, кюи на домбре, танцевали и показали все свои творческие таланты. Я считаю, что это безусловно мероприятие, в котором сочетаются образование с культурой и искусством. В целом считаю, что этот фестиваль единства, солидарности и благополучия. В завершении гала-концерта учителя и педагогические коллективы-победители были награждены дипломами областного управления образования и профсоюза работников просвещения, науки и высшего образования ценными призами. В завершении мероприятия организаторы фестиваля от имени всех участников перечислили в специальный фонд 1 миллион тенге в помощь семьям представителей сферы, пострадавших в результате паводков. Сара Абдиева, Аслан Кожахметов, Азамат Бескенов, 77 News.